С вами Алена Полынь, поволшебничаем с вами чуть-чуть. Тем более, что у нас теперь есть магазин, практически уже готовый, волшебница Полынь. Поэтому поволшебничаем. Итак, у меня вот такая замечательная колода. И мы на ней посмотрим что-нибудь очень-очень интересное. Давайте мы зададим такой вопрос этой колоде. Ну, как известно, да, когда мы делаем расклад на три карты в режиме онлайн, это не личностный какой-то расклад, но Вселенная дает нам подсказки. Поэтому давайте посмотрим, какую подсказку нам Вселенная сейчас хочет дать. Загадайте карты 1, 2 или 3 и спросите, на что мне сейчас обратить внимание. Карта 1, 2 или 3. 1. Два, три. Кстати, я очень самокритичный человек, поэтому меня вся семья ругает активно за то, что я не делаю нормальное видео в качественном формате и мучаюсь тут со съемкой, и просят у кого-то узнать, как бы, какие есть приспособления, чтобы снимать удобно. Что важно, когда я снимаю видео, я смотрю на экран телефона, вот, ну, как бы у меня телефон передо мной, я смотрю, я вижу, что здесь, да, то есть через экран телефона я вижу, что у меня на столе. Если я буду не видеть, что на столе, мне это не подходит. Здесь есть большой минус, что я тасую карты за телефоном, и вы не видите, как я тасую. Для некоторых людей это принципиально важно, им кажется, что их кто-то обманывает, и я подтасовываю карты. Вот, и для меня тоже бы было важно, конечно, чтобы вы видели мои тасующие руки, да, и, собственно, расклад. Какие есть идеи на этот счет, со всеми подробностями, не просто, что, Алена, вы не соображаете, я с удовольствием приму ваши идеи. Ну, а теперь к вашим картам. 1, 2 и 3. Значит, кто загадал карту номер 1? Это вот эта карта вышла. Не будем вдаваться в, ну, в глубокие астрологические познания. Но посмотрите на эту карту. Это не метафорические карты, это оракульная колода, поэтому я позволю себе ее протрактовать. У кого вышла эта история? Эта карта говорит о том, что вам необходимо вести переговоры, в которых будет участвовать много людей. То есть, если что-то связанное с работой, то это, соответственно, что-то типа собрания. Если это связано с семьей, то собраться вместе с семьей и обсудить какие-то вопросы. Карта номер 2. Это такая венерианская карта, не будем глубоко в астрологию входить, но тем не менее это история Венеры. И, конечно, здесь речь идет о том, чтобы обратить внимание на какие-то любовные отношения, да, на то, чтобы вас, они стали более романтичными, может что-то привнести в свою жизнь некой романтики. Венера это все-таки и о романтике в том числе, тем более здесь она сыпет лепестки такие. И карта номер 3, она может обозначать некую хитрость, некое лукавство, которое происходит сейчас рядом с вами. И эта хитрость и лукавство может быть от достаточно близкого человека. Ну вот, как-то так. Немножечко три карты я вам достала, чтобы были, ну, такие небольшие подсказки. И используя эти подсказки, вы можете уже покопать куда-то там поглубже. Получше, да поглубже.